Интеллектуальной транспортной системы. Сегодня в Казани открылся международный научно-практический форум. В ее работе принял участие Рустам Миниханов. Два дня ученые-инженеры обсудят вопросы организации дорожного движения и транспортных систем в крупных городах. Татарстан встретил героя зимней Олимпиады. В международном аэропорту Казань приземлился самолет с Андреем Ларьковым. В зале прилетов его встречали родственники, друзья и болельщики. Лыжник завоевал серебро и бронзу Олимпиады на различных дистанциях. Потрясающим назвал свой визит в Казань посол Соединенных Штатов в России. Джон Хансман сказал, что он узнал о гостеприимстве, об инновационных идеях и тех успехах, которые были достигнуты в регионе. «И я никогда не забуду эту поездку», – заключил посол.